прибежище гнева поместья Ямаоки. Некогда уважаемый и ухоженный, со временем храм оказался забыт и заброшен на долгие годы. Продуваемый ветром и мокнущий под дождем, со временем храм утратил былое великолепие. Тропинки, по которым брели усталые путники, в надежде на кров основательно заросли. Изваяния и статуи покрылись мхом и лишайником, из-под которых порой проглядывает выцветивший и потрескавшийся камень. Однажды сюда пришел обуреваемый яростью незнакомец. Не в силах сдержаться, он выместил гнев на храмовой статуе, отбив ей руки и расколов голову на кусочки. Потом он ушел, но даже после его ухода в воздухе словно продолжало струиться гнилью. Колокольчики храма нежно звенели на ветру, когда все вокруг стало обращаться в прах. Так, аптечка. Аптечка мне не нужна. Если что, вернемся и заберем. Ну, давайте редко смотреть новую карту. Какие-то колокольчики. Так, мостик. Ну, в принципе, обычная карта Ямаоки, да, немножко переделанная. Дальше мы видим здание. Такое вот центральное здание. Много-много-много статуй. Смотрите, их реально много. Смотрите, как их дофига. Тут, наверное, будет классно прятаться, да, играть стелсом. Также интересно, как маньяк тут будет проходить. Фонарик горит. Будет ли он нам наносить хит? Вот, удобно ли будет мантить между этими статуями? Нужно будет обязательно проверить. Допустим, если он будет замахиваться, да, и из-за этой статуи будет мазать и не сможет наносить хит. Вот этот момент очень интересный. Так, можно ли будет мантить? Одного уже положили. Быстренько, быстренько, ребятки. Так, видим здание уже тоже сгнившее, да, покрытое мхом. Доски уже гнилые. Так. Вау, ребятки, так вот он. Это же и есть этот маньяк. Смотрите, он заколол какого-то тигра. И мы видим такую вазу, кувшин. Возможно, жители как-то преподносят ему какую-то дань, чтобы он их не беспокоил. Потому что, как мы читали, на этот городок маленький... Явился незнакомец, в общем, и тут все разрушил. Окей, побежали, ребятки, уже двоих положили, один просто взял и ливнул. Вот это, блин, больше всего бесит. А вот та самая статуя, ребятки, про которую я вам читал. Незнакомец явился, отрубил ей руки, голову расколол. В общем, надебоширил здесь и ушел. Видимо, поэтому жители сделали такой маленький храм и преподносили какие-то подношения, чтобы он их не беспокоил. Прикольно, ребятки, тут вообще очень много статуй. Тут реально будет стелсом прикольно прятаться. Насчет тамансить, ну не знаю, надо будет проверить. Эффективно, нет? Я думаю, вдруг он будет замахиваться, да? И вместо того, чтобы нанести тебе хит, он будет бить статую, да? И хит не будет проходить. Надо будет посмотреть. Блин! Валим! Он за мной бежит! Нет, нет, нет. Офигеть! У него такой длинный меч. Неплохо. Ладно, убегаем. Нужна палета какая-то. Где он? На все, мне кажется, хана. Поэтому палета... Тут уже разрушена палета. Ну все, кажется, я не успею, не успею! Не успел. Такой смахнул кровь, да? Со своей катаны поднимать. Ну, смотрите, как он сильный. А кто-то в... Он отвлекает, да? Кто-то писал в комментариях, что это не его маска, это его лицо. Ну, мне кажется, это маска. А под лицом какой-нибудь, под лицом огр какой-то. О, спасибочки, спасибочки. А теперь убегаем. Убегаем, валим, 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 валим. Он за мной опять бежит? А, нет, не за мной. Вот это она подставилась. Он, кажется, меня ищет. Убегаем. Убегаем, ребятки. А нужно будет подхилиться и потом вернуться спасти их. Двоих положил. Боже мой, он двоих просто положил. Офигеть. На меня вся надежда. Так, ребят, давайте я сейчас подхилюсь и пойду вас спасать. Сейчас, секундочку. Ну ничего себе, короткая каточка такая получается у нас. Офигеть. Один висит. А первый раз, да, висит. Сейчас будет за вторым. Давайте все это дело оббежим, наверное.
А сейчас я так понимаю, я оставляю следы крови, да? Когда раненый, я не оставлял. Из-за моего перка, блин. Один сдался. Это не называется ливнуть, это называется сдался. Так, что мы будем делать? Что мы будем делать? Давайте пока посмотрим, что у нас здесь. Он почему-то его не поднимает. Может быть, он хочет меня найти. Я думаю, он хочет найти меня. Не будет пока что вешать. Ну, посмотрим, ребятки. Так, фонарик. Отлично, давайте возьмем фонарик. Пригодится. Сейчас фонарик намного нужнее. Кстати, а где он? Куда он исчез? А, вот он его повешал. Ясно. Ну что ж, пойдем спасать. Давайте аккуратненько подойдем. Нам надо хотя бы посмотреть, где он. Он будет кемперить? Вот он. Вот он поднимается наверх. Блин, чувак. Чувак ливнул, он, видимо, хотел меня спасти, да? Ну, да, все равно, блин, проиграем. 4 генератора заводить. Он оценил ситуацию и думает, лучше я сдамся, да, и спасу тиммейта. Спасибо, дружище. Но мне нужно найти люк сейчас. Обязательно. Это срочно, ребятки. Прислушиваемся. Так. Где люк? Блин, он первый нашел люк. А, ворота, 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 ворота рядом друг с другом, ребятки. А, будем открывать или нет? Так, 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 так. Давайте потихонечку начнем открывать. Если услышим террор, то спрячемся. Блин, он идет сюда, он идет сюда. Вон он. Он, кажется, меня не заметил. Ушел. А, ну даже лампочка еще не загорелась. Он не видит, да? Блин, он сюда идет опять. Давайте подождем, он сейчас сюда придет. Потом пойдет назад. И мы как раз такие начнем открывать. Он же бегает быстро. Но он меня не видит, да, кажется? Он не знает, что я здесь. Он, кажется, побежал. Побежал? Побежал, нет? Да, ребят, он побежал. Давайте. Давайте попробуем. Давай, давай. Надо было сразу убегать. Ну же, ну же, ну же, половинка. Давай, давай, давай. Он идет сюда, нет! Ну все, ребятки. Мне. Капец. Или он меня отпускает, кажется, ребят. Да, он меня отпускает. Блин, благодарочка тебе. Не будем рисковать, просто побежим. Кто его знает? Пошел, пошел. Спасибо большое, он решил сжалоститься надо мной и отпустить. Благодарочка маньяку. В общем, быстрая была каточка, ребят. Ну, моей главной задачей было вам показать новую карту. Надеюсь, на ваши лайки и комментарии. Было супер, было здорово. Вот. Серия получилась короткая, поэтому давайте еще разок поиграем. И у нас опять прибежище гнева, поместье Ямаоки. Я заметил, эта карта стала чаще появляться в тестовом билде. Поэтому будем чаще здесь бегать, изучать ее. Там живет завод генератор. Давайте посмотрим. Посмотрим, да, как она зовут. Конечно же, поможем ей, нашему тиммейту. Оп, отлично. Смотрите, какие красивые ногти у нее. Накрашенные, отлично. Так. Хорошая реакция. Но не отличная, нам нужна отличная. Оп. Нужно следить за реакцией. Мана пока что нету. Отличненько. Сейчас вдвоем быстренько заведем. Эй! Какого черта? Она взяла, спряталась в шкаф. Зачем? Нет уже радиуса террора. Я не понимаю, с чего она решила спрятаться. А, возможно, у нее кошак. Кошак сработал, и она подумала, что маньяк идет сюда. То есть он посмотрел в нашу сторону, что ли? Так, ну я не знаю. И опять прячется. Ой, черт, она боится, что ли? Я лично не боюсь. Я к нему уже привык. Тем более, я сам побывал в его шкуре, и мне он понравился. Хороший маньяк. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Должно быть что-то интересненькое там выпасть. Специально взял туз в рукаве, чтобы что-нибудь найти. Отлично. Ну, больше для поломки, я так полагаю, с аддоном. Ну, в любом случае, зеленый набор инструментов. Это очень хорошо.
Так, значит, три осталось генератора нам починить. Ой-ой-ой, как же он кричит громко. А ладно, ребят, пока... Вон он. Хотел сказать, пока не слышим радиуса террора, побегаем. Вон он. А чё он там патрулирует? Он жертву ищет, да? Она где-то от него мансит, что ли? Вон, видите? Вон. Ну-ка. О, боже мой, как страшно. Да, кажется, ребятки, он конкретно за одной выжившей гоняется. Ну-ка, куда он пошел? Надо поближе подойти. Вон он красный, смотри какой. Так он сам, помимо того, что у него красное свечение, он сам весь красным светится. Его будет легко находить, определять, да, даже издалека, наверное. Но он зато сильный. Он сильный. И мне он нравится. Где он? Ну-кась. А, вон она, да, бегает. Кладетка, да, бегает. А он за ней. Так, молодец, смотрите, она долго прям мансит, она ранена и долго мансит. И у нее очень здорово получается. Простите, я сглазил. Может там палета, может она рядом с палетой? Нет, нифига, нифига. У, валим, валим. Зацепил немножечко. Убегаем, ладно, потом спасем ее. А, зато получили, сбежал плюс 400. И плюс за другие ништяки. Ладно, давайте подальше отойдем. А, крутой перк. То, что я не оставляю следов. То есть ему меня будет сложнее найти. Еще один починили. Давайте. О, отлично, я сейчас ему помогу. Мы еще один починим. И будет просто найс. Так. А потом обязательно пойдем спасать. Блин. Так, что мне-то делать? А, если они побежали спасать, давайте найдем генератор. А вот, кстати, уже начинали заводить. Да, тут всего лишь половинка осталась, чуть больше половинки. Я уже вижу, что, кстати, пытаются спасти, там уже их ранили. Ладно, все нормально. Одного ранили, да? Один еще целенький. Быстренько заводим, ребят, и все, и можно будет сматываться. Так, нормально, спасли. Спасли приятеля. Но они далеко, я думаю, они там будут бегать. И я думаю, это будет короткая катка. Я надеюсь на это. Отлично. Ну, маньяк вообще не контролировал генераторы. Гонялся за одной. И поэтому, по крайней мере, мы быстро завели все генераторы. Но нам бы еще свалить отсюда. Вон они. Ворота. Так, примерно запомнили, да, с какой стороны? Ага, понятно. Причем они рядом. О, гоня... Поймал, смотрите, блин. Надо спасать ее. О, отлично, давай подхиль меня. Надо было сразу, что ты стоял, надо было сразу хилить. Но, наверное, наблюдал, да, что будет делать маньяк. Побежи сюда, нет? Он решил ее повешать, сейчас к нам, наверное, пойдет. Блин, давай. Надо спасать, ребятки. Давай, бежим. Вон, смотрите, он кемперит ее, ребята. Вон, ну-ка. Отошел, наверное. А, он ее спас. Отлично, все, убегаем. Убегаем, ребятки. Отлично, часики. Отвлекающее действие медаль немножечко. Очков. Все, сваливаем. А, где-то здесь еще были одни ворота. Да, вот, отлично. Ну-ка. Он сюда идет? Нет, нет, вроде не идет. Ну все, давайте тогда эти открывать пока что. И... Я надеюсь, он сюда не пойдет. Что ты мне светишь? Смотри, в задницу светит мне. Что ты хочешь? Я хочу просто свалить. Давай. Слушай, ну кажется, все. Да, ребят, кажется, все, спасены. Отлично. Так, ну все, убегаем, да хватит ей светить. Ты хочешь патрулить, что ли, маньяк? Я лично не хочу. А, показал, ребятки, я вам карту. Вот, новую. Надеюсь, она вам понравилась. Мне, в принципе, понравилось, но я чего-то ожидал большего, да? А, карта такая же, как... Ну, Ямаоки карта у нас уже была. Это как вторая карта вроде. Прикольно. Надеюсь, ребятки, на ваши лайки, на ваши комментарии. Не забывайте подписываться на канал, нажать на колокольчик, там рассказывать всем своим друзьям и знакомым. В общем, будет еще много чего интересного. Будет много Dead by Daylight, много других игр.
И спасибо вам за просмотр, удачи и хорошего настроения. Всем пока.